водитель рейсового автобуса, протаранившего остановку на северо-западе столицы, объяснил, почему вылетел на нее. По словам мужчины, ДТП спровоцировал не он. Меня подрезал таксист. Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку, цитирует водителя Public Mash. Он утверждает, что пытался объехать людей. На место происшествия выехали следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову. Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП с автобусом на Сходнинской улице, заявили в пресс-службе ГУМВД по Москве. Ранее говорилось о двух погибших, но позже в МЧС заявили, что жертв нет. На данный момент известно, что двух человек удалось реанимировать, передает НСН. Департамент транспорта проводит проверку по факту происшествия. В ведомстве назвали предварительную причину аварии. Этому могло способствовать то, что в автобус врезался автомобиль, после чего и был совершен наезд на остановку, пишет газета.ру. На видео, которое опубликовал телеграм-канал LifeShot, водитель автобуса говорит, что отказали тормоза. Представитель московской полиции Юрий Титов сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с автомобилем. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент на своей официальной странице в Twitter. Троим пострадавшим на остановке у метро Сходнинской оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения, написал столичный градоначальник. Это уже второй за неделю подобный случай в Москве. Как писали Дни.ру, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус въехал в подземный переход. Перед этим он оказался на тротуаре, где сбил людей. По официальным данным, в результате аварии погибли 5 человек, 11 пострадали, 9 из них госпитализировали. У водителя произошло кровоизлияние в мозг. Его также доставили в больницу.